Тем временем в лавовой пещере. Где же эти детали? Кто их украл? Ой, как здесь горячо. Я, кажется, их нашла. Вот они. Ты не получишь своих деталей. Чего тебе нужно от меня? Ты тут строишь ракету. Может, я тебе подскажу, как, а? Я сам знаю, как ее строить. Шел сюда. Где же этот кристалл? А? Хо-ха-ха, я обрел новую силу! Ха-ха-ха! Гаяськи, ребята, меня зовут Фулевиус, и сегодня, ребята, мы проходим челлендж. Нам нужно пройти лавовую нашу планету Венеру с помощью лишь 4 роликов. Ну, не то, что лишь 4, но нам должно присутствовать обязательно 4 ролика. Ай, и все, ребята, их уже больше не присутствует. Боль, вот мы и утонули в лавовой лужице. Ну что ж, ребята, давайте. Сегодня мы, я думаю, пройдем эту лавовую планету на максимум. Поэтому оставайтесь, ребята. Будет интересно, будет классно. Так что вперед! Главное нам беречься сегодня лавы, ребята. Потому что розовый квадратик уже не убереглась от лавы. И чуть не попалась к нему в лапы. Но, ребята, все хорошо. И она по-прежнему с нами. Так что, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на каналчик. Будет все круто. Так, бац. Есть такое дело. Уху. Так. Сейчас тут нам нужно проехать аккуратненько. У нас, ребята, вот такой вот очень прикольный автомобильчик получился. В прошлой серии мы просто выбирали оптимальную конструкцию для прохождения этой карты. О, все. И мы ее выбрали, ребята. И это вот такой вот получился у нас ровер с двумя турбинами, батареями, гироскопом и корпусом, ребята, который добавляет нам дополнительное количество энергии в батареях. Вот. И сегодня мы будем с его вот помощью проходить все это дело. Весь этот жаркий мирок, ребята, потому что он действительно очень жаркий. Тихо. Все, сломались мы, ребята. Нет, ну ничего, у нас есть чекпоинт. Дальше, ребята, кстати, будет челлендж. Там надо будет одну планету пройти без чекпоинтов. Так, мы пропустили зарядку. Ну ничего, думаю, батареечку, ничего страшного. Ребятушки, нет, а утонули мы здесь. Надо запомнить, ребята, это место и аккуратненько его проходить в следующий раз. Точнее, вот в этот раз его нужно будет аккуратненько проходить. Так, аккуратненько. Лавы на этой карте, ребята, много. Ну, в принципе, я понимаю, где лава на карте. Она вот там отображается. Вот видите. Ну, это я вам просто хотел показать, что я знаю, где лава находится. И вот да, я знаю, что лава нас коцает очень сильно. И мы в ней сгораем. Так-с. Давайте проходим. Опа. Не знаю, ребята. Почему-то мне бы хотелось, чтобы у нас какие-то крылья добавились, что ли. Там, в принципе, есть, я вот знаю, вроде новогодние всякие есть штуки. Там с оленями Санты можно как-то проходить, но я не знаю. Оп, так. Они, может, летают? Потому что мне не хватает какой-то, ребята, летающей техники именно, вот, чтобы мы могли вспарить в небеса. Так, все, здесь я буду проходить более медленно, ребята, не буду спешить, не буду торопиться, поскольку можно очень хорошо напороться. О, там уже, смотрите, чекпоинт, отлично. Опа, есть, ребята, такое дело. И у нас новый рекорд сейчас будет установлен. Это, ну вот он и установлен, 390 метров. В принципе, если мы поставили рекорд новый, то, я думаю, наша машинка удачная. Так, здесь нету лавы. У нас, к счастью, есть карта здесь. Есть такой вот радар, который показывает нам приблизительно, что будет дальше. Он, конечно, не особо точный, но я думаю, хоть что-то. Хоть что-то. Потому что если мы вообще карты не видели,
то было бы совсем печальненько и грустно. Так, здесь такая горка, но, в принципе, это для нас не преграда. Так, я вижу лаву там дальше. Опа, пролетаем ее. И там, наверное, еще была лава или нет? Я хочу просто, да, вот туда вот проехаться. Так, давай. В принципе, можно тут наше ускорение использовать по максимуму. Так, опа, наши квадратики там стараются. Стараются нам помочь. О, батареечка. То, что нужно нам. Так-с. Опа. Опа. Есть. Хорошо. О, чекпоинт, ребята. И по 5 монеточек тут нам уже приходит. Это круто. Так, здесь какая-то вообще квадратная такая становится зона. Не знаю уж вообще, как нам здесь все проходить. Нужно будет. О, да, по 5 монеток. Обожаю. Так. 50 монет за раз. Это вот круто. Дуй. Оп. Так, хорошо. И здесь где-то будет... Я надеюсь, здесь лавы нету? Нету, ребята. Вот. И что? А может, это уже финиш? О, да, ребята, это уже финиш. Да, мы сделали это. Мы прошли челлендж и мы прошли карту. О, круто. Так. А ну-ка, ребята. И Polaris открыт. Polaris. Так, да, мы выполнили этот челлендж. Завершите. А где? А почему? Где это? Так. Вроде же, да, должна быть галочка. Я что-то потерялся. Ну, только 4 из 11 на 4 роликах. Странно, завершите экспедицию. Ребята, непонятно. Челлендж почему-то не выполнен. Наверное, надо, чтобы они именно на 4 роликах передвигалась она. Странно. Ну ладно, давайте какой-то другой. Нет, давайте уже другие планеты проходить, потому что что-то это не задалось, ребята. Так, давайте пройдем вот это ПСО 116. Здесь у нас были, ребята, странные... ну тут гравитация, во-первых, полегче, я так понимаю, да? Да. Ну тут что-то мы совсем мало проехали. Всего лишь навсего 418 метров. Так, ну ладно. Едем дальше мы, ребята, Оп, перепрыгнули. Вниз спускаемся. Что здесь у нас? И вот здесь где-то мы... А, нет, дальше чуть остановились. Так, ну в пещерах, ребята, нужна какая-то машина, наверное, с колесами наверху. Кстати, да, ролики надо будет лишние убрать здесь. Ну, как минимум, здесь один лишний есть. Хотя, знаете, в принципе, даже и не лишний, как выяснилось, ребята. Как выяснилось, даже он и неплохой, этот ролик. А, вот где-то здесь мы завершили. А, вот на этой, вот на этом подъеме, наверное, мы застопорились. Я думаю, мы пройдем, может, и эту планету, ребята, сегодня. И надо еще челленджи попроходить, я все забываю за них. Так, обязательно надо будет челленджи пройти. Я не помню, на ком мы остановились. Вроде на 5-й зоне. Или 5-ю мы прошли. Но сейчас заглянем, посмотрим, что там нам нужно. Так, ого, какие тут подъемы, ребята. Да, на одних колесах мы бы точно не справились. Наверное, даже на... Не, ну вот если вот оранжевенькие колеса, может быть, справились. Так, аккуратно. Опа. Нужно, ребята, падать всегда на как можно большее количество колес, потому что тогда нагрузка между ними перераспределяется, и ущерба меньше. Тогда мы не разобьемся. Так, едем. Опа, отлично. Давай вперед, затаскивай сюда. У-ху! Ну, мы совсем уж как-то легко проходим планету эту. У нас закончилось топливо. А как это я так невнимательно, ребята? Вроде... мы тут пропустили топливо, я понял. А ну, назад. Так, сейчас оттолкнемся и вперед. Я пропустил топливо здесь, оказывается. Ну и вообще надо его экономить, наверное, а то... Опа. А то тут такие подъемы, ребята, что... Нет, ребята! А как мы разбились-то? В смысле? Я не понимаю. Мы же не должны были разбиваться. Как это произошло так? Так-то, а? Как так-то? Ну, тормози назад.
Опа, вперед. Уху, погнали. Так. Мне же хочется, ребята, какую-то ровную планету, чтобы мы могли развивать максимальную скорость, вот, чтобы было приятненько. Кстати, может, когда у нас появятся турбины, вот самые мощные, я думаю, мы их скоро приобретем, то мы сможем проходить планеты, просто пролетая их. Вот представьте, ребята, просто пролетев. То есть мы не будем даже ехать, мы просто будем лететь. Так, вот здесь нужно аккуратненько. Тут какие-то коварные местечки, ребята, попадаются. Так, и здесь горбочек такой. Хорошо. Ребята, посмотрите, это какая-то планета с таинственной растительностью, непонятной какой-то растительностью, которая, ребята, возможно, которая содержит в себе какие-то неизвестные свойства. Может, здесь... Так, тихо. Это ничего страшного, ребята. Оп. У нас еще есть топливо. Мы еще сможем перевернуться. Я надеюсь. Оп. Есть. Да, давай. Фух. Мы смогли, ребята, перевернуться. Я не знаю, хватит ли нам топлива, чтобы доехать дальше. Но я надеюсь, у нас получится это сделать. И... Что ж такое? Нет. Нет, ребята, придется. Да, заново начинать. Эх, нет, ребята, нет. Так, с чекпоинта стартуем заново. Но мы уже на новом чекпоинте. Это радует. Так. Будем знать, что там есть коварное местечко, которое нужно быть осторожнее. Вот оно. Опа. Есть. Так. Что тут у нас? Тут такие волны какие-то. Как будто бы тектонические, в общем, силы этой планеты, если они здесь и есть. Ну, я думаю, есть. Они ее так разрушили, ребята, что нам теперь через такие холмистые местности приходится пробираться. Опа! Что это ужасно. И да, ребята, тектонические силы нашей планеты, эта штука очень серьезная. И нужно с ней считаться. Давай. Опа. Есть. Прошли тут. И, ребята, думаю, если мы проедем эту планету полностью, а что-то мне пока подсказывает, что мы ее проедем все-таки. Оп. Так. Ой-ой-ой, тут какая-то впадина. Кстати, ребята, знаете, какая самая глубокая впадина на нашей планете Земля? Это Марианская впадина. И она, ребята, глубиной в 11 тысяч метров. Ну, даже чуть больше. Это 11 километров. 11 километров, ребята, это... Ай! Это очень много. Вот представьте, самое высокое здание в мире, оно всего лишь высотой вроде как 800 метров. А это 11 километров, ребята. Это больше 15 самых высоких зданий в мире туда влезет, если их друг на дружку поставить. И, ребята, у меня... Вам небольшие плохие новости. У нас не хватает топлива. Давай, может и хватит, я не знаю. Я не знаю, ребята, у нас не очень экономные колеса, но они очень мощные. И я не знаю, почему нет чекпоинта. Мы уже 1000 метров практически проехали. 1000, ребята! И нету ни чекпоинта, ни топлива. Топливом даже и не пахнет. 1000 метров, ребята, это наша первая дистанция, на которую мы проехали 1000 метров. Ну, я понял, здесь, наверное, нам уже не будет хватать топлива. Ну, еще раз попробуем. Я более экономно попробую проехать. Максимально экономно попробую это сделать. Оно так бывает, ребята, когда не экономишь, когда ты такой едешь на всех парах, турбину включаешь, не глядя. Бывает, что не хватает. Ну, сейчас попробуем. В принципе, 200 метров нам, 100 метров осталось. 100 метров легко проехать. Я думаю, где-то там дальше будет. Давай, вот здесь мы много потратили, да, топлива. Надо в эту яму не попадаться. Я тогда вообще отъехал назад и попал в нее очень глупо. Так, ну хорошо, едем. В принципе, топливо еще не заканчивается. И вот такие моменты, конечно... Такие моменты. Опа. Такс. Ну хорошо. Уже более экономно мы проехали. Так.
Так, давай, 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 давай. Может, рекуперационные колеса поставить, ребята, сюда? Это колеса, которые нам возмещают энергию. Как думаете? А с ними будет экономнее намного ехать. Ну где же топливо? Давай, значок, хотя бы покажись, что ты где-то здесь, рядышком. Ребята, мы проехали эту планету! О, да! Круто! Невероятно! Мы это сделали, ребята, все, ПСО 318 завершено. 1000 метров мы проехали здесь. Так, ну что ж, теперь давайте к челленджам приступим. Нам какой там, 5-й вроде, да, нужно завершить? 5-й челлендж, что тут у нас? Что это такое, ребята? Это очень тяжелые рамки, ребята, у нас есть батареи, у нас есть ускорение, в общем, очень все круто, вперед. Ну, к счастью, ну, к сожалению, точнее, у нас стандартные колеса здесь. Так, о, кубики, ребята, смотрите, кубики, это не очень забавно на самом деле, но я думаю, мы их пройдем. Эх, какой ценой мы их пройдем, ребята. Не, все, застряли. Мы здесь никак не проедем уже. Начинаем заново. У нас есть как-то выхлоп. Выхлоп у нас есть. Он увеличивает мощность наших колесиков. Это радует. Но не радует то, что... Блин, давай. Давайте колесики. Оп. Но не радуют вот эти кубики, ребята. Они совершенно не радуют. Опа, их давайте как можно вот так вот скорее проходить на бусте. Ну же, давай, давай. Нет, нет, давай, 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 давай. Да что ж такое? Ну же, ребята, о. Ну это мы прошли, считайте. Давайте посмотрим, что там дальше. Эх, застрял я здесь конкретно, конечно. Ну ничего, сейчас попытаемся, тут потыкаемся и посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, мы, ну, пройдем это все дело. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Испытания нашей машинки проходят довольно-таки успешно, я считаю. Оп, перепрыгаем. Здесь берем разгон, ребята, и вот так пролетаем. Опа. Застреем мы, конечно. Ай, не, все, застряли намертво. Эти рамки очень тяжелые. Вот сверху их можно убрать спокойно. Зачем они нам тут нужны? Сверху их можно убрать и не париться. Чем мы их удалить не можем? Знаете, может, за кристальчики мы могли бы здесь убирать лишние детали, ну там, или как-то модернизировать по-своему. Было бы забавно. Но, к сожалению, так здесь не поделаешь. А ну-ка. Может, наоборот, здесь как-то медленнее проходить. Потому что мы, когда упираемся вот сюда, то все, мы как бы, оп, застреем. Оп, и тут вообще в углу мы застреем. Это же ужасно, ребята. Это же ужасно, но тем не менее. Эх. О, лишние детали, ребята. Не, закончилось топливо. У нас какой-то, знаете, грузовичок такой вышел. Пикап, не пикап, как же. Ну, просто микроавтобус. Забавный. Он очень забавный. Так, зря топливо тут потратил. Оно нам еще пригодится в дальнейшем. Хотя обычно же эти челленджи, они коротенькие. Поэтому, может, здесь не так нужно экономить, как я это делаю. Оп. Так, не, слишком мы тяжелые, мы не можем просто пролететь эту, вот это место. Оп, давай, давай, давай. Так. Есть, 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 прошли мы это место. Так. Есть. Отлично. Сейчас посмотрим, если финиш где-то близко, то это круто. А если нет, то это вообще не круто. А, нет. Давай, давай, давай. Нет. Мне кажется, вот он уже буквально, буквально вот на краю этой карты находится. Так, давайте пробовать. Вперед, вперед. Давай, проезжаем. Отличненько.
Отличненько. Опаньки, опаньки, опаньки. Такс. Есть, есть. Есть. Нет, мы застряли, ребята. Все. Все, шарик, я думаю, устал. Ему нужно немножечко отдохнуть, а вам нужно поставить лайк этому видео и подписаться на канал. С вами был Флавиус, адиос, амигос!